Всем тем, кто знает и понимает смысл слова «война», кого связала судьба с той чужой страной, тем, кто шел плечом к плечу по дорогам Афганистана, тем, кто не вернулся, тем, кто выжил, и тем, кому не довелось дожить до наших дней, посвящается. Я хотел бы услышать от вас ваши впечатления о данном слете Саламбача. Впечатления просто великолепные. И по статистике около 5000 человек, участников боевых действий. Причем здесь собрались вот такие, как я, это 80-й год призыва. И собрались мальчишки, которые буквально там несколько лет назад служили где-то в Чечне. И все мы общались и находили общий язык возле костра на концерт. Здесь собрались великолепные команды, такие как Сударушка, такие как Перевал наш Луганский, который приехал сюда с нами. И другие великолепные барды, которые сами сочиняют песни. И на этих песнях воспитывают подрастающее поколение. Мы привезли с собой молодежь, которая со знаменами Луганской Народной Республики стояла на сцене и поддерживала певцов. Они стояли по 2-3 часа и не хотели за сцену уходить. Я им подходил, каждый говорит: устал? Уходи. Нет. Мы воспитываем молодежь на примере наших отцов, дедов, и сами еще способны подучить, научить их. Они с лагерем стоят рядом с нами. Говорят, также школа мужества. Также все готовят на костре. Подъем, рота подъем, физическая подготовка. Приходят к нам, мы с ними общаемся. Это самое главное. Воспитать молодежь. Самое главное, да. Мы и так потеряли много. Это самое главное. Воспитать молодежь в духе патриотизма, в духе уважения своих дедов, отцов и их подвигов. Правильно. Дети все это видят. Это самое главное. И для этого мы молодежь. Собираемся здесь, чтобы все видели и знали, что есть такое понятие, как воинское братство. Здесь это дух Шуравистана присутствует. Да. Все да. Отлично, все здорово. Грустно немного сегодня хотелось расставаться бы, со всеми. Хотел бы сказать руководителю Луганской Народной Республики Игорю Венедиктовичу Плотницкому большое, огромное спасибо за то, что он помог нам с организацией выезда, за то, что мы попали сюда. Низкий поклон. Спасибо большое. Пограничникам ура, братья, держите. Казакам люба. Люба казакам. Десантникам никто, кроме нас. Никто, кроме нас. А у меня служба была, я пограничник, который прыгал с парашютом. Авиаполк пограничной авиации, МАРЫ, десантный взвод, повышенная боеготовность. Ну теперь скажите, кто вы? Максименко Анатолий Георгиевич, представитель Луганской организации ветеранов Афганистана. Донбасс порожняк не гонит. Все правильно. Посещали в 2015 году. Мы Донбасс, только смогли до Равеньков проехать. Детям везли к Пасхе куличи, яйца. Дети с ограниченными возможностями. Это было, конечно, больно смотреть на все. Спасибо, Россия, за помощь. Без вас пропали. Все ясно. Yes. Вот такие вот дела. Ну что ж, в добрый путь. И до следующего юбилейного 10-го слета. Спасибо. Я к вам иду попрощаться. Так, ну что, Наташенька, все нормально? Давай, Еночка, давай, дорогой. Второй год мы уже с тобой встречаемся, да, прощаемся вот так вот. Ну, до следующего года, до 10-го. Обязательно. На 10-й приедем обязательно, по-любому. Ваши впечатления. Второй год я попадаю на Саламбача, и второй год я целый год живу эмоциями и тем зарядом энергии, которые я получаю здесь, на этой поляне. Я очень благодарна Наилю Сагитовичу за то, что он меня впервые сюда привез в 2016 году.
Ну а теперь, сколько Господь даст мне здоровья, столько и буду сюда ездить к ребятам, к сослуживцам моего мужа погибшего. Вот. Очень благодарна всем друзьям, всем организаторам, всем, кто приложил свою руку к этому фестивалю, к организации этого фестиваля. И наша делегация от Луганской Народной Республики благодарит всех. Шуравистан, мы тебя любим. И до встречи на 10-м юбилейном фестивале. Все, давай, сестренка. Спасибо вам, ребята. Ну, теперь год в сетях будем встречаться. Ой, да, теперь будем, да. Как красиво говорит. Говорит, прям песня льется. Наталья, какая молодец. Наталья. Ау. Луганск. Луганск. Да я еще думаю. Вам низкий поклон, всем вам огромное спасибо. Огромный привет всем. За то тепло, за ту любовь, за то такое отношение, за поддержку к нам. Мы вам очень благодарны, и я надеюсь, что в 2010 году на нашем юбилейном уже фестивале, потому что он нам стал родным таким же, как и для вас. Спасибо вам большое всем. Мы вас любим. Мы целый год теперь будем жить воспоминаниями об этом фестивале. Да, уже начинайте готовиться. Уже, да, и будем уже начинать готовиться к новому, к 10-му. Будем стихи новые писать и поэмы. Киркинская дыша. Что? Киркинская дыша. Это киркинский десант штурмовая. А, ясно, ясно. Я, конечно, вот мы в Луганске. Мария, моя. Ой, спасибо. Может, дать еще? Все, не надо. Томочка. Чем кормить-то будете людей? Да есть нам, тоже там девчонки тормозок принесли. Спасибо большое. Но первомайцы, как всегда, отправляют нас с целыми сумками. Лена, не забудь назвать, что мы собираем ее в дорогу. Они нас ЛНРчиков подкармливают. Мясо дали, все дали. Спасибо. Мы за вас спокойно. Давайте, всего доброго. Спасибо, ребята. Все, до встречи. До свидания. Всего доброго. Сейчас придем. Еще подойдем. Хорошо. И пошли они солнцем палимы. И покеда я видеть их мог, с непокрытыми шли головами. Все, до свидания. Наталья, спасибо за подарки. Да не за что. Побуду хранить. Давай, чтобы все проблемы все было. Да, она ничего не так сказала. Мне что при мне это пенсионное удостоверение. Пока-пока. Ну, кто-то... А идите сюда, пацаны, что вы там? Сюда идите, бегом! Сюда, бегом! Прыжками! Давай, падай сюда, садись. Я думал, один я. Саша, я первый сюда пришел. Так вот. Сонечку поставь вперед. Так, все, распределились, да? Работаем. Тихо. Смотрим. Добра. Давай, Серёга. Все, давай, на связи. Да. О, фотограф какой. Это видео. Ну ты что, с Игорьком разговаривал? Да нет, некогда еще было. Пошли. А где он? Давай, братик. До следующего года. Все нормально, все хорошо. Мы обязательно ездили. Мы добрались сюда. Получилось, не получилось. Я думаю, что получилось. Много бегал, много снимал, много застолий снимал, много. Даже я вот тут раз. Даже американца снимал, человек с Америки приехал.
это банда было все, и шутки, и красота. Привезли свою национальную одежду, людям было как бы интересно. Правда, голову разбили мне, вы слуганцы, почему-то считают, раз человек в Кубанке, значит, они слуганцы. Получилось, наш бессмертный полк живет, правда, немножко испортили мне настроение. Вот на 10 лет много будет постоянно. Ты уже взял телефон, все же дело не в том, потому что мне сказали, ваше дело отвернуться, идти отсюда, мы остальное все, даже нет. Музыкальное сопровождение у меня нельзя. Подожди, на 10 лет, предлагаю состыковаться, это вопрос, я буду здесь оставить. И лучше мы приведем. Твои предложения, спишемся? Нет, они воткнули, все. Ну, сценарий это в объем на 10 лет, это обязательно проведем. И чтобы это было у нас ежегодно, следующего года, как ежегодно. Тут дело одно, провести так, как я это задумал и как я это хочу. Вот в чем дело. Они там сценарий сбили. Ну, сказали мне, вашего тут ничего не надо, мы сами проведем. А видишь, как получилось. Марш какой-то торжественный воткнули. И он прошел, и все, и никто его больше не видел. А я хотел... Я помню, что в прошлом году там была эта потоки. В том году сделали. Вначале не разрешали, потом сделали. Да. И мое музыкальное сопровождение, все нормально, слезы, все нормально прошло. Сегодня сделал стенд этот. Я хотел вообще по-другому, чтобы он прошел. Они сказали, у нас по секундам все расписано. И 5 секунд, как мой бессмертный полк. Разве это делали? Это сделали хорошо, а еще это все равно так же поставить, чтобы они были. Она же 2 луча поставлена. Нет, с одной стороны. А я предлагаю сделать. Это все понятно. Я просто показал, как это. Уже видно, и на следующий год можно более культурно. Не так, как это, а более культурно это сделать. Стационарно. Панера, все четко, от дождя закрыто, где можно свечки зажечь. Да. Память должна быть памятью. И так приятно. Люди подходят, читают, смотрят, стоят. Все. Память, она должна быть памятью. Ну все, брат, давай. Ну давай еще. Эти что? Господи, нормально все. Так, это видео. Ну все, красавица, давай. Все. Спасибо большое. До следующего года. Спасибо. А ты чего сидишь? Нет? Давай, попробуй. Давай. Да, все, давай, выкладывай. Давай, на пульту, давай. Да. Там кино смотри. Все, давайте, ребята, до следующего года. Давай, нас будет плакат.